Всем привет, ребят. Я думаю, вы любуетесь просто новым героем, и у нас на Тайване уже запустили шар. Я вам покажу, как обычно, все награды, все, что можно получить, что надо брать, что не надо брать. Камешки дали нам за награды, честно скажу, их и так можно было получить, а вот скины, в принципе, довольно-таки неплохие. Ронин. Ну, маловато, маловато скинов, и Дрейк. Ну, относительно для Ронина однозначно надо брать, так как это усиление для Дрейка, можно такое, в принципе, там хватает Дрейка с одним талантом. Здесь у нас, как обычно, ничего не поменяли. Я вам показывал уже, что здесь падает фигня. Скин на башню тоже надо забирать. Ну, в общем, как-то так, скудненько, честно говоря. Апекса камни вы получите там, вам даже их не хватит, по сути, на прокачку 30 штук. Но самое интересное вот здесь, новый обмен героев. И реально очень неплохой обмен. Что по обмену у нас? Такой вот обмен есть. Паладина надо второй эволюции слить, но получите 100 апекс камней, я думаю, это того стоит. Здесь 5 камней за суккуба тоже однозначно да. Для бездоната это реально хорошая тема, но 4 дня. Не факт, что оно будет на русском сервере. Если и будет, посмотрим, что там будут за награды. Возможно, что-то изменят, как обычно. Но вот этот обмен героев реально очень топовый. Посмотрите, какие плюхи дают камни на прокачку. Это для бездоната реально очень крутой подарок. Правда, единственное, что надо сливать героев со вторыми эволюциями. Но это, опять же, это не мешает... Ради таких плюх можно это сделать. Ну, вот такой вот шар. В общем, пишите, что вы думаете. Посмотрим уже, что будет на русском сервере. Но обнова реально радует новым героям и новым талантам. В общем, вот как-то так. Все, пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Я побежал вам еще запилю видосик с максималкой сейчас. И уже вечером постримим, поразвлекаемся. Все, всем удачи, всем пока.